Положительный тест на COVID за прошедшие сутки подтвердился у 57 жителей Одесской области. Из них 33 одесситы и 24 жители районов региона. Среди инфицированных два ребенка. Мальчик и девочка находятся на амбулаторном лечении. За последние сутки побороть недуг удалось 12 пациентам. Смертей не зафиксировано. В стационаре в городской клинической инфекционной больнице находится 58 человек. Из них 34 пациента находятся в тяжелом состоянии. Двое подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных больницах города свободными остаются 323 койки. В областном департаменте здравоохранения не исключают, что осенью штамм коронавируса Дельта будет в Одесской области. Поэтому призывают всех жителей региона прийти в пункты вакцинации и получить прививку. У вересні місяці ми очікуємо новий штам коронавірусної хвороби, штам Дельта. Це індійський вірус, який у півтори рази більш контагіозний, ніж та коронавірусна хвороба, з якою ми зіштовхувалися на протязі попереднього часу. Тому єдиний спосіб захистити себе та своїх близьких – це прийти до щеплення та отримати вакцинацію.